Ты в игре? Ебаные спамеры, бля, сейчас нахуй всех заблокирую. Тишина не сделать. Чё, блядь, орёшь опять? Разжрать, блядь. Бля, я сегодня таких чипсов нажрался, сука, я и охуел просто. Я острое вот люблю иногда поесть, но там вообще пиздец какой-то был. Аж нахуй глаза на лоб взяли. Нет. Не-не, у Лейза настолько крутых нету. Тут эти какие-то Лоренс как-то называются. Так. Появился. О, блядь, лол. А ты меня уже в пати? Нихуя себе. Может, ты еще не подгрузился? Ну, ты как, все уже в игре, ты ходишь? А, вот все, вижу, да. Не, просто я тебя вижу, но вдруг ты опять завис как-нибудь. И видишь, ты, кстати, сразу в пати добавился. Да нахуй быть не может. Тут в игре, блядь, максимально это 80 уровень, не тот на персонажа. Потайная гробница вроде там были. Пошли. Нахуй, словно слоя. Да, жесть. Кстати, а что заказывать? Я же тебе говорил, у нас магаз есть недалеко от тебя. А. Ну, у меня тоже, конечно, FPS просаживаются. Ну, вот видишь, из-за эффектов, потому что вот эти бляди, они кастуют всякую херню. Давай, пошли. Догончик. Хуя. Не, я уже зашел внутрь. Мне вот интересно, а вот ты вот бегаешь. Сейчас, блядь, там такие парики не нахуй собираешь. Хотя, кстати, самое интересное, ты живой, блядь, пиздец просто. Ну, ты живой. Ну как? Да, тебе надо срочно пушку. Там хоть по тарифу у тебя и будет где-то, сколько я видел, тарифы там по 25 мегабит, но, блядь, 25 мегабит это уже неплохо. Кстати, тут каких-то личинок поубивал. Ну ты пока убивай. Есть, ты же как-то сюда зашел. Логично. Ты пиздец. Ну вообще, да. А наверху нормально все? Бля. Забавно. Thank you.
Ух ты ж, блин, мать. О, ты вылетел. Ух, я тут, блядь, такую херню сейчас ебану. 10 000 опыта дали. Ох, ебать! Хо-хо-хо-хо! Нахер, вот это ща лаги вообще начались, пиздец! Охуеть, что за хрень! Блять, это пиздец просто. Сейчас, погоди. Чё надо? Блять, это пиздец вообще. У меня какой-то нахуй 15 FPS тут. А, нет, все разлагало сейчас. Охренеть. Так, все, я выхожу из этого, блядь, локалища. Не, сейчас нормально отошло, а до этого, блядь, был вообще какой-то пизданос. Ты еще умер где-то. Ты вышел. Ну, я тебя вижу, ты ходишь. Нам не туда, не туда. Нам вперед надо идти. Что за хуй, блядь, тут вылез? Блядь, на север нам всегда надо идти. Так, давай этот, телепортнемся, говна продадим, а то у меня что тут насобиралось. Пойдем в Нижний Тагил, блядь. Нижний Нил, блядь. Нижний Тагил. Так, уже у нас по квестам что-то. Сука, охуенно, блядь, обрадовался. Так, а где торгаш-то, блядь? А, вот он, пиздюк. Я вижу, ты не отсюда. Иди нахуй, эээ! Как говна, а просто пипец. Ну чё, всё, продал говно всякое? Пошли обратно в лагалище. И что-то помнится, мне чувак, вот с которыми, ну, вот, с которым я в стратегии-то играю, там тоже есть один такой прям ярый фанат Китана, причем, ну, играл он до хера, он наиграл там 400 с чем-то часов, я-то, блин, вообще там 250 где-то, наверное. Вот. И он говорил, что в игре после того, как добавили, короче, последние ДЛС-ки, вот эти вот всякие там... Атлантида, Рагнарок и прочая хрень. То после этого, короче, лаги появились. Причем такие нехуевые. Я сначала думал, ну, это пиздеж какой-то. Вообще.
Я, по крайней мере, вижу, ты ходишь и пизделей получаешь. Просто я вот на легенде пока играл, у меня вроде ничего такого не было. Ну, я хер знаю. А? Нет, я тебе говорю, без разницы. Ты не можешь это нести? Я тебе еще раз говорю, без разницы. У чувака... Чувак играл в соло, он не играл по сети. Понимаешь? Вот чем херня. По сети я бы еще понял, но по сети здесь все-таки зависит в первую очередь от канала. Ну, у тебя, понятное дело, скорость хуевая. Вот это вот. Нет. Ну, поверь, в Титан Квест играет на самом деле не так много народа. Очень мало. Сейчас уже, по крайней мере. Ну и чё? Это мало. Ну, вообще копейки. И нахер их. Пошли, давай. Алло, ты где там? О. Ну, я вообще уже ушел. Подожди ты, куда ты пошел-то? Слышь, назад. Всех убиваем. Так за мной иди, так куда ты убегаешь-то один все время? Ты за точкой-то следи, где я иду. Ну, блять. Один квест где-то просрали. Там что-то с фермером надо было помочь, а вот... Блин, ну что же заебалось, блядь, собирать эти зеленые поеботы? Так, пошли-ка направо. А какие-то пиздюки сидят. Мы так бедны, что нас презирают. Других от чудовищ защищают стены и стражники, а наши... О, нихуя. Ух ты, блядь. Инвентарь полный. Да мужик, иди ты нахер со своей бедностью. Вау. Сука. Ёбаный демон, блядь. Опасный хуесос. Заряженный балахус. Ух ты ж, блядь. Видал? Нельзя недооценивать. Где ты там? А беги, пешочка. Беги. И сколько осталось? Нет, этого. Половину года до хера тебе. Ты куда пошел-то, ёлы-палы, блядь? Ну ты смотри на карту-то. Там все понятно, Тёмыч. Вон, собирай свой этот гробик. Хилиться не забывай. Они бьют очень сильно. Так, половина, это раз, два, три, четыре, пять. Блядь, и шесть, тебе еще две сосиски надо собирать. Мы были обвинители. Зачищай там все. Надо будет потом там в какую-то деревню назад телепортнуться. Так, пошли этим пидорам. Скажем, что тут зачистили их халупы.
Теперь мы снова можем вернуться в наши дома спасти. И там какое-то говно. Так, давай-ка тут сейчас посмотрим, что здесь. А, тут же какие-то уроды. Обоссанные бедуины. Так. Что? Нихуя. А, вон, иди, зачищай их. Тебе же это, сосиски надо набивать. Ой-ой-ой, хилься, хилься, банками, банками. Не царское это дело. О, Мемфис. Урод открыли. Вот они. А, вон и еда их, пизди. Чтобы мне опыт не шел, блять, опыт все равно откуда-то идет. А, да, сейчас же этот учили. Квест. Хилься, хилься, хилься! Зачищай, зачищай. Тебе это, качаться надо. Да, бля, дебилы, куда вы пошли? За мной. Не мешайте человеку качаться. Блядь, я вот тут прибежал, гондон, а? Бля, тут герой. Слышь, 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 Тёмыч. Во-во-во, давай, он пошли, он пиздит этого уёбка. Гондона ушел. Вот пиздюк-то, а? А нахуй, ничего не хочу собирать. Бабла и так уже почти миллион. О, Мемфис открыли, заебись. Я могу посторожить это для тебя. Счастливого пути! О, а вот наш наниматель. Иди сюда. М? Ко мне иди. Послушай, я вижу, что тебе часто приходится воевать. Я уверен, потом продадим, сейчас этот физику надо поболтать. Мудак из ордена Прометея. Да, он хотя, блядь, безглазый вообще какой-то. До свидания. Я счастлив видеть тебя снова. Плохи наши дела. Мы оказались совершенно неподготовлены. Ну, хули ты хотел? Мужика, искусство телепортации какое-то. Дал кольцо, блядь, которое нам вообще просто не всралось. Так. Подожди, а что там дальше-то? Заполучить око хаоса из места подалеку от оазиса Фаюм, заполучить десницу равновесия из Гизы. Так, подожди, дополнительные задания. Полулюди, полурептилии. Блять, это назад придется. Так, сейчас да, на. О, слышу, портал, портал здесь надо зарегать. Ко мне иди. На видюху все равно не хватит. Он у тетки берем квест. Прости меня, я ищу человека по имени. Это, сука, у нас, блядь. Мой брат, он пропал, и я очень переживаю за него. Человек у нас, блядь. Где ты у нас? Где ты людей увидела, дура? Так, интересно.
Говно какое-то. Боюсь, что он безрассудно отправился. Это длинная история. Мой брат — опытный воин. Но это... Уже сделали? Не брат ты мне, гнида черножопа. Я и пошел нахуй. Дверь видишь? Выход там, блин. Его выкинуло нахуй. Так. Где, где тут у нас этот кладовщик? И славяна, блин. Бабаяна, ёпта. Блять, подходишь к этому кладовщику, он говорит, у меня самые надежные запоры, блять. Нихуя не лечится, блять, с толчка не встанешь. Самые надежные запоры. Попи мой гонцук и отойди подальше, блять. Типа рблюйся, блять. Я у кладовщика так говно всякое скидываю просто. Куда я его? Меня могут хранить вещи, уставшие путешествия. О, блять, наконец-то посох сейчас обновлю. Копи пока. Забей, копи. О, посох другой, заебись. Атака побольше стала. Тебе SSD-шник надо уже ставить, извращенец. А нахера тебе столько? Не знаю. А что у тебя реально? Ну, вот у тебя поскольку они? Вот смотри. Просто смотри, самый идеальный вариант какой? Первое, это SSD-шник. Ну, блин, думаю, тебе на 120-ки хватит для системы. Тут, ну, там просто тупо, как бы, знаешь, там по программам, все. Больше туда ничего не пихать. Потом, ну, блядь, я не знаю, у тебя много игр вообще установлено? Ты реально, блядь, столько игр наустанавливал? Охуеть, блядь. Ну, ладно, на 500 гигов SSD-шник вот поставишь. Тебе за глаза хватит. Будешь ставить вот только туда игры, которые вот ты вот постоянно играешь. SSD-шник. Нет, SSD-шник сейчас, знаешь, имеет смысл покупать, они жесткие для игр. SSD-шник, последний раз, когда я чуваку собирал. SSD. И это правильно не диск, это SSD-накопитель, потому что там внутри дисков нет. При... Последний раз покупал 10500. Нихуя себе, блядь. Ты сначала узнай, сколько этот будет стоить тебе. Нихуя себе. Ну, первое, да, тебе надо эти сменить вообще накопители. Сейчас, что тебе, 120-ка на этот? На систему? Думаю, за глаза хватит. Потом. Зачем? Не надо, ты еще. 120, все, вот, тебе хватит, больше не надо тебе для системы. Не стоит терабайт, ну как бы. Не, смотри, просто не стоит SSD-шник ставить на него вообще все вешать.
Лучше вот для системы отдельный и для данных отдельный. Как бы, ну, мощности-то, понятное дело, у него хватит, просто, ну, знаешь, чтобы разгрузку, нагрузку распределить. Чтобы вот системно он не был ничем занят, кроме вот как вот программ. Вот. А, ну, для данных, ну, какой-нибудь свой терабайтник оставишь, там надо только состояние диска у этого, да, диска у тебя посмотреть, чтобы он не был какой-нибудь убитый. Ну, да, программу Crystal Disk раскачай, да, и проверь. Так, надо в деревню одну свалить, потому что мы там квест, походу, проебали. Нижний Нил, блядь. Деревни ебаны. Так, где-то здесь. Так, где они тут? Вроде же все зачищали. Хотя... Тут какое-то место. Блядь, назад придется идти. Пошли назад. Не-не-не. Нам надо на юг переть. Надо этих крокодилов. О, подожди, подожди, подожди. Иди сюда, быстрее, 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 ко мне. Ко мне, быстрее. Во, все, идем пиздим. Хуяк, блядь. Посмотри на мои размеры. А ты посмотри, какой его рост-то. А нет, все, блядь, я уже вернулся. Ебать. Вот это ахтунг был сейчас. Просто этот, у меня с посохом заклинание колосс добавилось. Ну, тут бывает у некоторых орудий, от них там тебе идет, допустим, ну, бонусом там какой-то этот, килл еще. Причем не обязательно твои школы. А, все, закончилось. Пошли этот. Назад там херню собирать. Все, пошли, пошли. Там вроде что-то синее было. Вот, и у меня, короче, этот с посохом заклинание дали. Колосс. То есть я увеличиваюсь в размерах, и там у меня эти характеристики повышаются какие-то. Камники атлант. Потом посмотрим. Сейчас оно, блядь, он откатывается, так, конечно, пиздец. 360 секунд. 6 минут. А, нет, 5 минут. Блядь, прикольно, я сейчас такой огроменный, нахуй. Странно. Так. Подождите, тут ведь нету их, да? Тут их нет. Уже ведьмы, блядь. О, снова уже ведьмы. Не-не-не, нам не туда, нам рептилий надо пиздить, не ведьм этих. Пошли, 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 пошли. Так, надо искать крокодила и их пиздить. Есть тут одно место, где мы, скорее всего, пропустили. Да. Херня. Так, пошли налево. Вот здесь, где-то вот там дальше, наверху.
герой, герой, вали! Ну, блядь, не герой, вали. А, я понял почему. У тебя мана закончилась. Тут, видимо, какие-то эти уроды ману высасывают. Давай я тут у гробика стою. Так ты. Ох, пиздец. Ну ладно, сейчас подожди, портал поставлю. Все, поставил портал. Эвол, я почти апекс. Забирай свой гробик. Сколько тебе осталось? Блин, до хера. Так, здесь никого. Вот тут наверху что-то вот не доделано. Вон, иди, он пизде этих ушлепков. Тебе опыт надо набивать. Так. Бля. Тут наверху не залезешь. Так, где еще-то может быть? Квес нам дали в деревне, по идее. Ну, пошли снова в деревню, там еще посмотрим. Сейчас все зачищем, так может и выполнится. Не-не-не, квесты дают очень много опыта. Вон он, пизди там. Рептилоиды. Квесты нельзя пропускать, потому что на квестах, во-первых, периодически тебе дают очки характеристикам халявные, либо очки к умениям. Ну и опыта дает очень много. Ты там, может, пачку мобов 40, блядь, вынесешь, а тебе за квест дают столько же. Хилься. Нихуя себе ты, блядь, там. У тебя такая орава так насобиралась. Старайся бегать побольше, ну и своих агрить. Ты не забывай, ты как бы хилишь-то ведь не на полное хп, а какую-то определенную величину. Вон, пизди, там вот дальше идет. Крокодил. У нас что, сколько хилит? 440 единиц хп хилит только. А ты там, блядь, наверное, насобирался по реке, и тебя пиздит всей этой деревни. Там под 500, под 600 урона. Естественно, ты не отхилишься. Вон, вот тут. Иди ко мне. Там он налево, иди. Бля, вот я прям реально хочу в Египет. Я давно вообще мечтаю в Египет съездить.
Да ну ты чё? Это ж Египет. Пирамиды. Архитектура их. Очень красиво. Вон иди, он пизди. Часть. Ну что у тебя по сосискам? Ну, ладно, потихоньку пойдем. Блять, куча трупов. Илься, блять! Так ты хилься-то не только этой ПКМ-кой, ты и банка еще. Да ну ты чё, прикалывался что ли? Банка тебе сразу половину хп восстановит. Так ты не ползи в кучу-то, ёлы-палы. Ты пострелял, отойди. Ты не воин, понимаешь? У тебя нету высокой защиты. У тебя вот шестерки твои. Это волки и дриада с этим, с одноглазым. А, портал сейчас поставлю. Они у тебя основные твои эти танки. Волки вообще в принципе у тебя основные танки. Вот их и посылай. Не ползи ты в самую кучу-то. Если видишь, что на тебя кто-то сагрился, убегай. Он иди мсти им. Гробик не забудь свой забрать. Лена, отъебись, что ты ко мне пристал? А все, ушел. Ися. Ты только этот, смотри. А, ты, может быть, потому и тебе кажется, что мало хилится, потому что если ты выбираешь основную цель для хила, то есть ты навел мышку, заюзал хил, если ты навел на себя, основной хил получаешь ты, то есть 400 вот эти 40 единиц жизни восстанавливаешь ты себе. А все остальные получают там, я не помню сколько, 250. А если ты случайно, допустим, ну вот, как ты там обычно делаешь, да, зажимаешь пробел и нажимаешь отхил, то, ну, тут далеко не факт, что ты себя основной целью выбрал. Поэтому как бы и ты себе и отхилил на 250, а не на 440. Может быть из-за этого. Так. Пошли мимо деревни, пройдем. Тут еще вот есть пара мест подозрительных. Тотем исцеления. Нахуй он нужен, блядь, с полным хп-то. Йоу, пацаны. Сюда, 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 сюда. Вот тут. Опа, вокруг деревни он еще пиздюки. Иди вон, вон, налево, налево, налево. Зачищай. Бережок. Ой,
Блять, что валяется двое? Мужик там собирает тростник. Или я не помню, что там под наводитов у них выращивалось. Так, вон, защищай, пидорас. Волчары позорные. О, рыба. Рыбешка. А, хуй знает, что у них там. Растет. Палкус, блять. Палкус, нахуй. Вон. Поверь, у него провод был еще короче. Это я его удлинил максимально, насколько можно удлинять. Потому что если будешь больше, там и помехи будут больше, и этот сигнал. Ну, если ты его по этому подключаешь, через... Просто видишь, чем больше длина вот этого провода, тем, естественно, ему больше надо мощности. Если мощности будет не хватать, ну, как бы, он у тебя херово будет очень работать. Помехи ловить, вообще, какие нет, только можно. Что привело тебя на берега Нила? Может быть, ты хочешь что-нибудь так купить? Продал говно. Так, вот тут еще одно место есть. На берегу как раз. Надо его проверить. Мы его что-то пропустили. У тебя посох вообще какого уровня? Блять, это же не уровень. Там в самом низу необходимо уровень игрока. Я потом на основном персонаже похожу, поищите посох какой-нибудь нормальный. Спасибо. А, давай, пошли. Вот. Так. Вот здесь где-то слева. Так, шакал его, пизди их. Тут внизу вода. Там, ну, может быть, они. Шкирец. Че, сколько у тебя там по сосискам? Окей. Подожди, далеко уходишь. Надо слева проверить. Тут вот берег. Так. Блять, я опнулся, сука. Так, блядь. Где оттуда-то как попасть? Херня какая-то. Это непонятно. Так, мы здесь все зачистили вроде. Здесь тоже. Так, деревня у нас... Тут. Вроде же всех уже убили. Никого живых не осталось. А, нет никого. Так, ну вот. Не видел. Тагил, блядь. Вот туточки. У нас туточки. А, вот они, да. Вот туда, вниз иди. Дальше-то иди там, зачищай. Вот это они, наверное, и были. О, ну-ка, что за клинок сирены?
херни. Вот они, да, от этих херососы. Да, вот эти. Иди бей. Угу. Вот и крест. Сделан. Вот мужик, вот ему сдавать. Благодаря тебе мы избавились от ящеров. Твой поступок – настоящий подвиг. Мы не богаты, но не отказывай. Прими это в знак. Ну так, она фермер. Не воин же. Напился и отравился. А то другому не мешает. Одна засиска, да? Че, полетели в Мемфис? Опять началось. Ну, я просто уже в Мемфисе, так что у меня там нет. Тут все хорошо заскриптовано. Не жалуйся, все нормально. Не надо, и так все нормально. Так, давай тут еще немножко походим. Так. Ворота пальм. Он иди чисти. Назад, 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 куда побежал? Мы еще город не зачистили. Конечно. О, тут дохера и больше. Туда иди.
пойдем в пустыню, тут вроде все чисто. О, эти скорпы пошли такие здоровые. О, скоробейчики. Да ёб твою же мать! О, апнулся, да? У тебя сколько хп? Так, а ловкость у тебя сколько? В ловкость 2 очка кинь. Нам просто шмот нужно, ну, чтобы этот одевать покруче. Там ловкость нужна. Подожди, ты куда побежал? В эти в умения заходи. Такс. Куда же кинуть? Смотри-ка, давай, короче, 2 в нимфу и 1 в удаль. Так, сосиску набери, чтобы это так вровень идти. Пещерка. Что, сосиску набрал? Опа. Очень опасный хуесос. У бедуинов, короче, вот этот вот пиздюк, видишь? Который с луком, грабитель. Старайся не стоять на месте, когда с ним воюешь, потому что он призывает этот огненный дождь. Там урона прилетает, просто мама не горюй. Сюда. Там бьешь. Надо посмотреть, где этот тариф получше. Ну и не сильно дорогой был.
Билайн я смотрел как бы так, не очень. Самый ходовой по скорости, ну и по стабильности связи, я думаю, будет, наверное, Мегафон. А Ростелеком, ведь это, понимаешь, это по сути и есть Теле 2. Так, тут пещера. Да. Ты пока этот, поинтересуйся. Вообще этот, у этого, у этих, в офисе Ростелекома, что вот ты вот проживаешь там по такому-то адресу, там хочешь модем тебе поставить, потому что ну там типа ADSL у тебя, скорость низкая, и какие тарифы они могут предложить, ну то есть конкретно какую симку с тарифом для модема, потому что если ты, допустим, возьмешь какой-нибудь тариф для телефона, а не для модема, они тебе, короче, потом просто заблокируют. Интернет хороший. Потому что, видишь, у них для модемов бывают специальные тарифы. Типа, чтобы не наглели, на халяву этот, на хорошем интернетом не пользовались на телефоне. Поэтому нужен именно отдельный для модема. Пидорас. Воу-воу, герой. Нихуя! Тех у меня по ваншотам. Блин, может удаль качать нам? Ты не можешь поднять больше. Полон. Ну, пски щитцы убрал. Ты не можешь поднять больше. Ну, пски щит. Ты не можешь это нести. Ты не можешь поднять больше. Да, думаю, наверное, все уже. Сейчас Сашка будет написывать. Так, интересно, удаля сколько там? Просто видишь, как бы, нам надо, чтобы ХП было побольше и у нас, и у этих пидорасов наших. Может быть, удаль качать сейчас в первую очередь. Все, сохраняемся. Выйти в главное меню.